Друзья, поехали. Так, Леонид. Сейчас я быстро пробегусь. Мне нравится, когда появляются незнакомые мне фамилии или имена. Александр Алексеевич, привет. Это я вас вспомнил. Ваши 10 тысяч не пропиты. Сами убедились. Надеюсь. С тех пор появилась лишняя сотня, две фильмов. Алексейка 500 рублей прислал на фильмы. Вот так вот. Вот. Как у нас на Украине говорят. Члена мэрла, садоводства. Так. Лилия, это Наряжева. Одна из тех, кто бескорыстно сняла. Помогла оформить, наверное, сотни фильмов, да, Лили? Это ты, да? Я тебя сестрой называю. Тоня, у тебя там беда случилась, Тоня, в школьном саду. Мыши поели. Я чем тебя успокоил? Абрикосы после мышей не умирают. Посажена была на гряды. Вот. Если сопревание не произошло, значит, то же самое советую, так как тому человеку советовал час или два назад. Что я советовал? Подождите. Должны пойти, если даже ели мыши буквально все, что выше земли, все равно от корней должны пойти эти самые ростки, именно от корней. Подождите, ничего не делайте. Пройдет время, а лишнее отрежете. Марина, привет. Вот. Столяровка, сколько наших тут? Валерий Железов, это я, наверное. Вот Иван Мо ни о чем не говорит. А я уж сколько у меня здесь верных, надежных друзей. А тут Иван Мо. Посмотрим, что за Иван. С такой удивительной фамилией. Олег Олегович, привет. Ну, куда без вас? Это я все... Это я не читаю. Это я все эти смотрю, чьи фамилии. Ладно, поехали. Леонид, привет. Железов, брат, привет. Плюс 8. Весна, значит. Данила Н, привет. Наталья, привет. В Питере плюс 11. А давно ли минус 30? Вам говорили, неделю или две назад. Это быстро у вас потеплело. Эшкарала, привет. Курган, привет, Валентина. Галина Подольская, здравия. Тверь, добра и света. Ирина Полтовец. Так, вы у меня чего-то покупали. Валерий Константинович, можно сейчас начать прививку абрикоса и яблони. Температура ночью минус 5-7, днем плюс 5. Мне придется уехать с 1 апреля по 10. Поэтому, как вы считаете, если до 1 апреля под бутылки, конечно, ничего страшного. Я у вас, понимаете, что такое Хабаровск? Хабаровск – это не Сибирь. Хабаровск – это берег океана, он никогда не замерзает. Да, у вас могут быть катаклизмы такие, когда вы ждете засуху, у вас зальет так, что город плывет. Бывает наоборот. Вместо этого засуха. Бывает, что морозов нет, оттепели, которые мешают плодоносить абрикосов, оттепель потом замерзла. Вот. То есть у вас нестабильный климат, потому что берег океана, а он не замерзает. Если бы он замерзал, было бы все стабильно. А у вас вот, он, зараза, не замерзает. Вот. У вас выбора нет. Сегодня уже 21-е. Первого у вас уже не будет. Срочно прививайте. Почему? После 10 апреля, если ударит жара, а такое тоже может быть, ну, по крайней мере, половину привейте сейчас, как, или все, или половину. Я в таких случаях не боюсь рисковать. Бутылка – это такая панацея, что из 25 последних лет, что я под бутылками привал, только один год я пролетел, когда в апреле ударили морозы 20-23 градуса в апреле. А даже под бутылкой все равно прививки погибли. Но это был единственный случай. Надо ли рисковать? А для чего мы живем? Для того, чтобы рисковать.
Короче, мой совет, или 50%, или все 100% приведите до 1 апреля. Для вас это уже весна. Вот. Пусть у вас сейчас минус 5-7, а днем, лишь бы днем плюс, так и для ваших, и тем более, если это мои, и имеют ко мне отношение какие-то ваши прививки, подвое, привое, для них это минус 5-7, это так, мелочь. Лобасов, Смоленская область, привет. Свинин, привет. Так, теперь. Валерий Костянович, спасибо за ответ по посадке сеянцев абрикосов вместе. Лобасов, это я вам отвечал, да? А, понятно. Наталья, добрый вечер. У меня такой вопрос по абрикосам. Я же весной буду садить ваши косточки. 14 сортов. Его. Но буквально вчера посмотрел фильм, там вы говорили, что если участок находится где близко к воды, абрикос расти не будет. Или что-то не так поняла. Правильно поняли? Можно обмануть природу, например, привить сеяться на терн или вишню. Ну, подождите, косточки, как вы их привьете на терн или вишню? Если вы у меня выписывали абрикосы, да, можно на терн или вишню. Но на терн бывают хорошие результаты. Но это чуть ли не как временное жилище, это как вы съемная квартира. Вы не собираетесь там жить всю жизнь. Так и абрикос. Он всю жизнь на терне жить не будет. 5, 10, 15 лет, и он мертвый. Значит, лишь бы только закрепить, чтобы у вас уже был материал, чтобы не ждали, помру или не помру на следующий год. Материал уже у вас будет, прививка на терн. Если вы имеете в виду черенки. Вот. А потом, вон они, ваши косточки вырастут, и будете пересаживать уже со своих тернов. Привоем абрикос вы будете пересаживать уже на сеянцы моих же косточек. Ой, какая, вот тогда будет хорошая приживаемость. Так, добрый вечер. А, Виноградов, привет. Один из моих волшебников. Я благодаря ему узнал, что я чего-то стою. Даже первый момент, около 100 плодопитомника, украли мои фотографии, узнал благодаря Алексееву. Вот есть же такие люди полезные. Но я узнал одно. Меня признали мошенники. Мои фотографии, каждый раз, когда набираешь, да, мои фотографии по своей красоте оказываются лучше из тысяч мирового. Там же в интернете нет разделения. Российские там, испанские. Вот. Я только вам узнал, что я выдающий садовод, раз меня признали мошенники. Именно мои фотографии, вы тогда первый момент нашли 96 сайтов. Это шутки, что ли? Это вся Россия. Вот так. Елена, добрый вечер. Еле подключилась, заказала у Долматова мастику. Мыши на самом деле. Да, считают, ну, аккуратненько только с мастикой. Не мажьте мастику на штамп. Не мажьте, это угробите деревья. Ну, мастикой можно намочить тряпку. Тряпку можно вот так вот кольцом вокруг. Но хорошо, что вы вопрос этот подняли. Это очень важно. Многие берут сейчас мастикой, намажем. Конечно, не будут жрать эти. Но дерево-то будет мертвое, зачем оно им нужно? Мастика на штамп, не на это, на кору не мазать. Только на открытые раны. А раны открытые. Вот торец. Сократили ветку, может, на черенок взяли, может, отрезали по каким-то другим причинам. Вот. И тогда раз торец замазали, и все. Но, да, мыши боятся, она вонючая, извините за выражение, мастика. Взяли тряпку, намочили, жгут, и вокруг этого. Все, пойдем дальше. Всем привет из Москвы, привет, городничий, что прошло тепло. Шостак, добрый вечер всем, здравия благородия. Федосеева, Междуреченск. Так, я там рядом жил. Галина Подольская, коэффициент теплопроводности дерева сухого груши. Сухого 0,6-0,7. Коэффициент теплопроводности сухой коры 0,04-0,06. То есть получается еще раз. Если само дерево, но это, то тут получается. Ага, в 10 раз меньше теплопроводность именно коры. То есть кора проводит тепло или мороз.
10-15 раз хуже. Ой, вот отлично. Где, интересно, вы добыли такой ценный материал? 10-15 лет хуже древесины. Ну, на то она и кора. Кора – это барьер, это линия обороны. Есть еще вообще, что кора обычно сухая, а древесина влажная. А как так бывает? Кора сухая. А, ну вы сейчас берете коэффициент сухого дерева, ладно. Разница еще больше, поэтому дерево просто необходимо, чтобы защититься от мороза, сделать так, чтобы древесина вместе с срезом засохла и стала выполнять функцию коры. Да, ну но это не значит, что она в этом месте засохнет и будет. Нет, не успеет. Еще раз говорю, я патологоанатом. Я садовый патологоанатом. Всегда, везде, где была несколько лет побывала рана, пусть она будет с новой. Пусть она будет вот такая вот, как я вам показывал, да? В любом случае, вот эта древесина, пусть она засохнет и должна играть роль коры, никогда, несмотря на эти цифры, никогда она не будет играть роль коры. Никогда. Вот это не просто я так говорю, это говорит человек, который занимается патологоанатомией. Наверное, единственный на планете. Почему? Никто никогда меня не поправил, не сказал, а вы залезьте, вот труд. А там все есть, там и коэффициенты теплопроводности есть, и сухой коры, и мокрой коры, и сухой древесины, и мокрой древесины. То есть и живого дерева, и мертвого дерева. Все прекрасно. Вот. И срез тут же сохнет, принимает на себя обязанности коры, и все прекрасно. Режем, а дерево хоть бы хны. Нет, друзья мои, ни одного примера, который бы подтвердил вот это вот. Вот это вот. Дальше я сейчас говорить не могу. Вот это хорошо бы вот так вот сделать, да? Вот. Вот так вот написать, копировать. Хорошо бы ставить сюда. Видите, вот здесь мы где-то с вами закончили, где я прошу помочь. Вот, потому что как-то она без корысти это хорошо, но все-таки с друзьями легче выжить. Вот. Вот это и пригодится. Потом еще перенесу. Это пока вот ценнейший материал, но он не опровергает то, что я сказал. Никогда, какая бы ни была теплопроводность сухой коры, а она действительно очень низкая, видите? Вот, ну все, ладно, я сейчас опять начну сначала. Это мой любимый конек. А кто сказал, что вы меня не поняли с первого раза? Наверное, поняли.